Итак, здесь я дорабатываю уже на планшетике рисунок, который сегодня начал на улице. Эта запись есть. Вот я его принес и начал дорабатывать. Правда, начало немножко упустил. Ну, здесь, собственно, в чем заключалась работа. Я его, принеся домой, уже чуть-чуть почистил. Практически ничего не добавлял, уже не дорисовывал, просто сфотографировал, отсканировал и вот вставил в графический редактор. Ну и, собственно, в нем сейчас я его раскрашу. Я его раскрашу, во-первых, вместо натуральной краски получается. Ну, так тут я экспериментирую, есть интересные возможности. Вот видите, тут все это демонстрирую. До третьей минуты я тут молчал, а с третьей минуты пойдет комментарий во время записи. Сейчас я просто говорю поверху. Просто я сначала хотел рисовать молча, а потом все-таки решил, что буду пояснять, что я тут делаю. Ну, давайте дождемся. Там 2,5, по-моему, минут начнется мой пояснительный текст. Что касается работы на планшете, работы вот этими инструментами, если кто не знает, не умеет, ну что, будем учиться, да? Обращайтесь. Буду рассказывать индивидуально. А сейчас я, в общем-то, говорю о каких-то общих таких моментах работы с планшетом. Ну, ладно. Итак, сейчас будет полноценная запись процесса рисования. Ну, давайте все-таки поговорим. А то что-то у меня ни музыки нет, ничего, но... Ну, вот я сейчас рисую на своем новом планшете. Предыдущий мой Samsung благополучно угробили в сервисе, но я про это еще буду рассказывать отдельно. Это чисто такие бытовые дела. Поэтому я сейчас вот рисую на новом планшете. Huawei со стилусом. Ну, речь не о планшете. Речь о, скорее, компьютерной графике. Давайте, может быть, об этом поговорим. Мне это более сейчас интересно. Чисто по ходу, так сказать. Ну, вот первая мысль, которая мне пришла, почему я заговорил, сидел, рисовал молча. Я вот сейчас рисую в программе, которая называется, извиняюсь за выражение, Ibis. Хотя на планшете я уже установил достаточно много интересных программок рисовальных. Но вот для непосвященных, особенно для наивных людей, которые, ну, так сказать, просто зрители, которые сами не занимаются всем этим делом, компьютерной графикой, там вообще графикой. Слово «компьютерная графика» или «сделан на компьютере», «нарисован на компьютере». Ну, сделан — это одно, другое немножко, это про дизайн речь. А вот «нарисовано на компьютере» для них звучит это вот как обман какой-то, знаете, по принципу, а где нас обманывают? Была такая история, я проводил, наверное, одну из первых в Иркутске выставок компьютерной графики. Это был, ой, наверное, 99-й где-то год, может, 98-й. Только-только тогда компьютеры появлялись. Ну, в таком вот широком графическом понимании, да. Я тогда уже осваивал, купил свой первый Pentium, там не помню, какой-то самый, одну из первых моделей. И у меня там тогда что было? Осваивал
самый первый Photoshop, Corel 5, по-моему, был. Но уже был Painter. Еще было несколько программ, которые сейчас я название-то не вспомню, имитировавших той или иной степени рисование. Не было еще вот этих вот планшетов, не было стилусов. Все делалось мышкой. Вот. Не было даже еще этих планшетов для компьютера. Дигитайзер, как они называются-то. Так вот, и я тогда сделал свою первую серию компьютерных работ, очень их интересных. Я брал, ну, на мой взгляд, достаточно честные, потому что я брал свои фотографии, с ними работал, ну, как, собственно, любой художник работает с фотографиями, там, так или иначе, ну, что там скрывать, мы же пользуемся, то есть, ходим, фотографируем. Сейчас многие, сейчас я перестал ходить фотографировать, ну, в смысле, не так сказал, в смысле, я и хожу, и фотографирую, просто я сейчас стал принципиально рисовать только на натуре, как правило, когда вот нет возможности, то, конечно же, возвращаешься к этому, но истинное удовольствие я получаю только рисуя. Ну, зачем ты выскочила? Я получаю, только рисуя честно. Честно, это вот то, что я сегодня объяснял, там, когда на улице рисовал вот эту картинку. Я там говорил о принципах, о моей парадигме, о принципе единства времени и места и так далее. Ну, это разговор отдельный. Ну, так вот, я тогда достаточно честную сделал выставку. Ну, то есть... Я брал свои фотографии. Ну, тогда же было интересно-то на компьютере с фотографиями работать. Хотя можно было и рисовать уже тогда. Но было интересно поработать именно так. Да, в общем, это не важно. Я и говорю, что принцип-то один и тот же. Просто художник работает по фотографии. И компьютерный дизайнер, скажем так, тоже работает по фотографии. Берет за основу фотографию. Вот сегодня только я, видите, не брал за основу фотографии, сейчас у меня за основу взят чистый рисунок, да? А фотоаппарат мне... Я не заменял свой глаз фотоаппаратом, вот разница, понимаете, в чем дело? Самое главное, я не заменял процессор, свой мозговой процессор, не заменял процессором фотокамеры. Что делает фотокамера? Она переносит объем на плоскость. То, чего не умеют делать 99% фотографов, но при этом пытаются себя считать художниками. Художник отличается от фотографа не тем инструментом, а умением самостоятельно, вот вообще любой художник, со мной многие фотографы пытаются спорить, но им это не понять, им трудно это понять. Главная особенность и отличие художника от фотографа, ну, можно одновременно быть художником, но я, да, имею в виду в данном случае фотографическая работа и работа художническая. Так вот, главное, чем отличается, это... самостоятельным переносом объема на плоскость. Понимаете? Это вообще, вот этот перенос объема на плоскости, это квинтэссенция, это главное смысл изобразительного искусства. Какие бы мы потом туда ни подкладывали сюжеты там, всякие хитрые литературные завлекаловки,
самое главное, что происходит в изобразительном искусстве. Ну, я имею в виду вот это плоскостное. Это перенос объема на плоскость. И условность этого переноса. Вот как это переносится? И кто это делает? Так вот, художник это делает в данном случае. А в фотографии это делает фотоаппарат. Вот там, в самом главном, в самой основе происходит не то чтобы сбой, а происходит различие. Ну, я отвлекся, а вообще я хотел... Ну что ж тут мне выпадают эти самые? Не могу мне этого. Так, выскакивают. Видите, планшет еще не совсем настроен. И выскакивают эти, как их, уведомления. А они мне сейчас совсем не нужны. У меня старый планшет был настроен, и телефоны тоже настроены. А этим я пользуюсь всего второй день. Планшетиком. Я обещаю, что я сделаю сравнение Samsung со стилусом и вот Huawei со стилусом. Это интересное будет сравнение. Не есть уже, что сравнить, что сказать. Сейчас опять же про компьютерную графику давайте поговорим. Так вот, я сделал одну из первых выставок в Иркутске. Компьютерной графики. Ну, по-моему, до меня делал только лишь Андрей Шолохов. Вот. И буквально по его следам потом я сделал. Она так и называлась «Виртуальная реальность» в Иркутском художественном музее. Вот. Как мне это убрать-то теперь? Неохота сейчас. Нет, сейчас я включу. Так. Я тут делал паузу и выключил я эти уведомления. Надеюсь, они показываться больше не будут. Ну, как-то вот так, да. Ну, и вопрос, а надо ли еще что-то? Вот в этой лаконичности, ну... Может быть, вот эти голубые главки сделаем сейчас еще на отдельном слое. Конечно, обучать вот этой премудрости компьютерной – это отдельная тема. Она интересная. Я даже вел нескольких группах и в училище художественном, и в институте особенно достаточно много. Ну, несколько лет я преподавал компьютерную графику, основу. Ну, вот я не договорил, что... Так, что она не рисует у нас? Вот рисует. Да. Как только народ слышит, сделано на компьютере. И с помощью компьютера. Ну, все, как бы теряется весь интерес, в общем-то. А вот покажи им, как это делается. Вот так вот каждый штрих рисуется, все подбирается. Нет, их это не устраивает. Ну, еще тут вопрос в том... Так, забалтываюсь я немножко, потому что надо и думать, что-то делать. А вот, и говорить... Надо научиться вовремя замолкать, когда тут есть какие-то вопросы такие, которые надо подумать. А думать надо, да. Я бы с удовольствием сейчас преподавал хорошим на каких-то курсах, организованных. Сам я организовывать не хочу, не умею, не буду. Просто не до этого. Это же надо этим заниматься. Я предлагал очень многим. Еще не было это настолько распространено. Сейчас уже школьники сами научились учиться. Многие умные ребятки. И хорошо владеют.
Хотя наверняка есть желающие. Я готов поучить. Готов поучить и в интернете. Другое дело, что я в последнее время в связи со своим здоровьем не могу ничего толком планировать. Я кому-то что-то пообещаю и подвожу. Потому что то у меня одно, то другое. То в поликлинику-то надо, то голова вдруг заболит. То зрение теряю. Вот. И поэтому боюсь что-то обещать. Боюсь за что-то браться серьезно, к сожалению. Ну, в этом есть плюс, в этом есть минусы, к этому можно приспособиться. Почему я говорю плюсы вот в этом состоянии? Ну, потому что когда все можешь, то как-то тратишь время очень нерационально. А сейчас я начинаю понимать ценность времени. Хотя я еще не научился им распоряжаться, но я понимаю, я стопроцентно перестал заниматься ерундой, скажем так. Ну, давно уже, лет 10. Все эти застолья глупые, болтовня, пляски, танцы и все такое, чем еще страдают многие из моих. Некоторые встречают меня на улице. Олег, ну что, давай мы встретимся, посидим, поговорим. А и невдомек ему, я ему говорю, о чем мы говорить-то будем? Что говорить-то? Мне некогда говорить. О чем? Самое главное, о чем? Тема должна быть для разговора. А так вот, потому что им главное встретиться и главное просто поговорить. Ну, может быть, им интересно со мной поговорить. А мне с ними не очень. Опять отвлекся, хотел я рассказать следующее про компьютерную графику. Ну да, я уже сказал, что для многих это вызывает какое-то недоверие. И вот так вот хочется им показать, вот как это происходит. Вот, что здесь все делается вручную, можно сказать. Компьютер действительно здесь играет только роль, ну, инструмент самый, что у нас обычный инструмент, и все. Здесь удобно очень много. Ладно, что я рассказываю? И тем людям, которые этим занимаются, это известно. Но я всегда говорил, когда я что-то показываю, когда я что-то учу, когда я что-то рассказываю, ну, вот как сейчас, то у меня уровень подготовки моих, так сказать, моей аудитории, это примерно привычная мне аудитория первый, второй, третий курс института. Вот примерно на них у меня рассчитаны все мои разговоры, все мои. Я просто сейчас как бы на пенсии, но продолжаю эту свою работу. Уровень подготовки вот такой. Это уже все-таки люди, знающие, куда, зачем пришли. Это люди отобранные, худо-бедно. Уж какой сейчас там конкурс, об этом отдельный разговор. Но тем не менее, это люди, прошедшие конкурс, это такие ребята одаренные. А в интернете, как правило, что плохо, в интернете, как правило, люди все-таки совсем с улицы. Вот о чем речь. Или ко мне часто обращаются. Ну, совсем. Говорят, я ни разу в жизни не рисовал, но хочу научиться. Вот примерно так. И все, тут у меня происходит проблема. Потому что, ну, я им говорю, ну, вам тогда надо девочку какую-то после училища художественного с педагогическим начальным образованием художественным. Там в училище готовит учитель рисования. Сначала вам надо к ней походить. Или мне ребенка приводит. Было такое, да. Как-то вы можете нашу дочку там научить рисовать? Я говорю, ну, елки-палки, вот вы пришли к профессору университета художественного. Профессор там, доцент. Уровень такой вот. И просите, чтобы я детсадник начал учить. А они говорят, ну вы же очень хороший художник, значит, вы будете очень хорошо учить.
Северин. Заманчиво, конечно, но смешно учить, например, профессору математики. Вот представляете, какие вершины профессор математики там поднимает своей науки. А ему говорят: ну вы же хороший математик, хороший профессор. Значит, вы школьника хорошо научите понимать таблицу умножения. Вот ему надо за полгода таблицу умножения освоить. Возьметесь? Вот что должен ответить профессор математики? Как вы думаете? Что вот он ответит? Ёлки-палки. Вот у меня постоянно ко мне такие вот разговоры, да? А вы можете посоветовать, а вы можете научить. А вы можете посмотреть. Ну, что смотреть? Ну, ребенок, он и есть ребенок. Они все талантливые. И все будет зависеть от того, какой у них педагог. Они говорят: ну вот, вы же хороший педагог. Но я говорю: ну им все равно базу-то надо. Базу надо, им все равно надо базу. Так, где у меня белый? Вот это у меня. Угу. Я тут со слоями работаю, как вы можете видеть. Немножко забалтываюсь, извините. Дело в том, что, ну, все-таки вот рисование, какой-никакой процесс мыслительный. И так или иначе все равно... Так, а это что за слой? Что это здесь за белое? Не могу понять. У меня несколько слоев. Этот нет, этот нет, этот вот он. Да я на зеленом слое нарисовал белым. Вот. Компьютерная графика. Ну, достаточно. Хотя у меня есть желание небо сделать, но для этого мы как раз и сделаем. Да, и еще есть желание, сейчас я его попробую осуществить. Так, мы его сохраним, вот этот вариант. Сохранить. Чего я говорил? А, теперь следующий этап. Ветки поделаем. Ветки белые. Ой, это я. Не то. Так, ну на белом, наверное, слой. У меня, видите, тут слои. Ну, берем белый слой. Условно белый. Да. Вот вопрос сразу. Вот решаешь. Я там как раз опять сегодня днем, когда рисовал этот рисунок, сказал, что собственно, стиль и вообще искусство, это прежде всего стиль, конечно, это чувство меры, да? И вот все время решаешь эту задачу с чувством меры. Так, чтобы не нарисовать лишнего. И вот, как вы помните, снег лежит на этих самых ветках. Я ведь, видите, в отличие от многих так называемых реалистов, хотя я себя не считаю абстракционистом, вот, все-таки ухожу от реальности в условность. Я об этом тоже сегодня в первой части об этом говорил. Вот. Я ухожу в условность. Сознательно, естественно, поскольку я считаю, что искусство – это условно. И как только я начинаю делать реалистичную работу, я себя ругаю, себе хватаю за руки. И еще раз повторяю, я, конечно, могу скопировать и реальность, и фотографию один в один. Для меня это вообще не секрет. Поэтому, когда многие удивляются там работам, которые выставляются в интернете, хорошо скопированным, там, или чаще всего это просто махинация, вот, то мне это смешно. Я против этого часто выступаю. А вот условность мне интересна. Мне интересно ловить вот эту условность. Не ловить, я не так сказал, а создавать, собственно. Создавать условность.
создавать знаки. Вот это моя, это мой интерес. Создавать эти знаки. Знаки близки к каллиграфии. Да, вот кто-то, кстати говоря, мне там написал про каллиграфичность рисунка. Да, совершенно верно, абсолютно верно. Она, конечно, это специфическая каллиграфичность, но она присутствует, что там говорить. Это, я этого не скрываю. Вот так. Если бы у меня сейчас был планшет Sony мой, который у меня благополучно испортили в сервисе, я уже говорил, что я об этом расскажу, то я бы прямо сейчас этот рисунок бы загнал в другую программку, в какую-нибудь, и там бы с ним поэкспериментировал с переменой, так сказать, вот стилистики. Ну, я это сделаю, но теперь мне придется все-таки на вот этом планшете, на Huawei. Это невозможно. Здесь многие программы не работают. Для меня было открытием, но я не стал возмущаться, что на Huawei, на этом, извиняюсь за выражение, стоит не Android. Вот так вот. А собственная китайская операционная система. И она не совсем дружит со всеми андроидными и гугловидными делами. Хотел я сначала возмутиться, но потом подумал, что все равно от Гугла рано или поздно нам придется отказываться. И я опять, видимо, буду впереди планеты всей. Я так смешно. Вот. Но многих, кто взялся осваивать, так вот это я лишнее сделал, вот, взялся осваивать новую операционную систему. Ну, не без проблем, не без недостатков. Вот здесь какая-то цветная такая штучка, будем вставлять ее, ну давайте попробуем. Там витражик какой-то такой. Да, хорошо очень. Вот эта кисть хорошая. Вообще, я начал вообще вот этот комментарий. Именно хотел сказать про кисти. Вот про эту кисть. Уж как я, казалось бы, не это самое... Ну, знаю, можно сказать, в совершенстве программы. Нет, в совершенстве это я вру, конечно. Их так много, что их уже нельзя. Это когда-то там, я когда очень-очень много работал в фотошопе, в Corel, прямо очень много. Я там уже с закрытыми глазами просто на них работал. Я их знал в совершенстве, там, Painter и еще некоторые. Сейчас я реже стал работать. И сейчас что-то ушло уже вперед. Ну, вот такая картинка, да, кто-то написал там. Простенько и со вкусом. И вот такую мы сейчас сохраним тоже, да, сохранить как PNG. И вот он еще и может сохранить. Ладно. И второй вариант я хочу сейчас сделать. Все-таки вот небо еще поработать. Попробовать сделать небо. Там такое предзакатное. Но это я рискую. Так, я эту картинку сохранил. Сохранил. А теперь попробуем небо сделать. Как бы его сделать такое? Нет, придется красить. Давайте будем его красить от такого розоватого. Так, ну это должен быть самый нижний слой. Мы делаем для неба еще один слой. Опускаем его в самый низ, вот сюда. И будем сейчас его на нем работать. Вот. И для этого, ну что, аэрограф взять, что ли? Потому что я хочу ровно достаточно залить. Ну, здесь есть инструмент, который называется аэрограф. Вон сколько кистей. Вон сколько кистей. Даже больше, чем у меня, наверное. Я показывал, сколько у меня кисточек накопилось за всю жизнь. Огромное количество. Несчетное. Так, где аэрограф? Так, так, так. Аэрограф. Где аэрограф?
Ну вот тоже вот это из недостатков, когда не часто работаешь, а поскольку я и там работаю, и там работаю, и там, и в тех работаю программах, и в других. Я, конечно, переходя от одной к другой, часто теряюсь. Так все-таки акварель мне взять или не акварель? Выцветающая акварель, выцветающая акварель, вода. Попробую эту взять. Ручка прозрачность. Ну где она? Куда она убежала-то? Выцветающая. Где она была такая красивая кисточка? Называлась выцветающая акварель. Все, потерялась. Плоская кисть настоящая. Ну-ка вот эту попробуем. Ну пусть это будет. Ну и вот. А теперь мне надо какой-то розовый, едва заметный. Там такой вот закат. Такой, что ли? Еще бледнее. Так вот. И, наверное, он должен быть прозрачным. Ну-ка. О, нет, это сильно. Да, кстати, в этой программе... Нет, это сильно. Кстати, в этой программе, да, можно... Видео записывать демонстрационное, потом показывать. Но там не видно тогда движение руки, не видно, вот примерно так, да. Не видно вот этой всей вокруг работы. Там просто появляются вот эти вот линии, штрихи. И за ними даже трудно следить. А тут видно, что все-таки, как я рисую непосредственно рукой. Ну-ка. Нормально. Ну, придется это все-таки стирать там. Придется это все-таки сейчас корректировать. Небо. Делать его бледнее. Ну-ка. Ну так ничего, есть в этом что-то. Но только его надо будет сделать побледнее. И мягко привести кверху. Как мягко привести кверху, я пока не знаю. Я же говорю, каждый раз решаешь эту задачу. Сейчас, ну, как бледнее его сделать, я знаю. Просто берешь и слой делаешь бледнее. Вот здесь слой, да? Вот мы его делаем. Вот так вот, да? Да, так. А теперь надо это как-то размыть. Растушевка там какая-то есть, кисть, по-моему, да? Мы эту кисть, которой мы сейчас работаем, тоже добавим в избранное. Да, добавить. Теперь будем искать растушевку. Мягкая пастель. Нет, нам надо. Проще вообще самому сделать кисть, чем искать среди тут полутысячи кистей. Среди полутысячи кистей твердый край. Акварель, маркер, грубый карандаш. Вот я знаю, что есть, да, понимаете? Но их здесь 500 штук. От того, что ты знаешь, ты не найдешь. Не проще ли мне взять? Вот я, наверное, так и сделаю. Я возьму. Тут же, видите, любую задачу можно решать. Огромное количество возможностей, вариантов. Если не можешь найти один ответ, вот я сейчас не могу найти кисть, которая, ну, типа, растворяет. Ну, вот тут есть какой-то вода, называется. Ее попробовать. Прозрачная акварель. Нет, это все не то. А, так, ластик, палец. Размытие, вот он, размытие. Что это? Ну, в инструментах есть размытие. Вот я нашел тут. Так, я убрал. Вот же, в меню есть. Сбилось у меня, ну ладно. Вот же, в меню есть размытие. Вот мы, собственно, сейчас этим размытием-то и займемся, да?
Ну что, размывает? Ну да, вот то, что мне надо было, все правильно. Я зря искал среди кистей. Здесь это, оказывается, есть. Но размытие работает так тормозно, надо сказать. Ну, наверное, сложная процедура. Да. Ну, хорошо. Ну, вот, собственно, что я и хотел. Еще сильнее. И, видимо, надо будет сделать его еще по... прозрачнее. Ну, можно пользоваться, кстати, вот я говорил о нескольких способах. Не размытием, а ластиком. И тоже взять мягкий-мягкий ластик, только надо его выбрать. Очень мягкий ластик. Мягкий ластик. Тык-тык-тык. Что это? Толщина. Непрозрачность. А как мне его сделать? А, батарея стилуса разряжена. Вот тоже недостаток. Видите, сколько я поработал? 2 часа. Елки-палки. Возьмем ластик в виде аэрографа. Да. Елки. Зеленый, так. Да. Батарея стилуса разряжена. Вот недостаток Huawei. А вот у Samsung стилус работает без зарядки. Вот тоже варианты. Ну так вот примерно, да? Сейчас надо придется ставить стилус на зарядку. Неудобно. И теперь еще раз поэкспериментируем со слоями. Вот этот слой у нас, да, делаем его еще прозрачнее. Можно сделать ярче, можно прозрачнее. Но при желании даже можно поменять у него тональность как-то. Но сейчас я этим не буду заниматься. Попробовать, что ли? Где тут внутреннее сияние? Нет, не надо. Обводка внешняя. Нет, не надо. Скос внутренний. Нет, не надо. Все это не то. Это все не то. Необычные настройки. Яркость, контрастность, вот кривая оттенка, освещенность, насыщенность, баланс света. Вот баланс света. То, что мне надо было. Зеленее, то есть желтее, да, видно? Черт. Ничего не было видно. Вот. Вот как меняется закат, да? От такого. До такого, до желтого. У меня был такой. Можно делать в эту сторону. Он голубой теперь, да, видите? Вот так вот. Итак, ну какие возможности вообще невероятные. Ну, желтый не будем, да, вот такой. Такой он пускай остается. Можно еще сиреневый, да? Вот такой, ладно. Все, окей. Ну, вот так мы сделали эту картинку. Может быть, на переднем снег белее? Может быть, столб темнее? Нет, не надо. Это будет все лишнее. Все будет лишнее. Все достаточно, да? Так, жалко, там многое пропадет. Вы меня извините, я буду думать, то ли мне картинку оставлять, то ли оставлять свой голос распрекрасный. Так, все. На этом мы закончим. И сейчас я вот этот рисуночек и покажу, а потом я с ним еще поработаю. То есть я его сделаю из него вариации. Все, сохраняем.
Сохранить. Ну, я не буду показывать, как я буду варьировать, а покажу уже готовые результаты. Все, спокойной ночи, да? У меня уже 12 час. Я с вами прощаюсь, а картинки еще посмотрите.